Дорогие и прекрасные дамы Белорусского государственного университета, приближается поистине всенародный горячо любимый праздник 8 марта. И в канун этого праздника я хочу пожелать каждой прекрасной даме нашего университета постоянного обновления, не только в день 8 марта, но и ежедневного, ежечасного. То, что составляет основу загадки. И результатом этого обновления всегда тогда будет хорошее настроение, улыбка, светящиеся глаза, любовь, то, без чего нам, мужчин, ну никак нельзя. Поэтому с праздником, дорогие дамы!